На самом деле это природное явление. Это сильное воздействие сильного циклона, шторма, который действовал от Халатырки, от Камчатки до Курильских островов. Выбросы были не только Халатырки большой и малой лагерной, но также на мысе Лопатка, в Северо-Курильске, там в двух точках Парамушира, на мысе Васильева. Везде выброшены были животные одного и того же примерно состава бентосное. Вот. Ну, с небольшим различием, поскольку различается по местообитанию, условиям обитания.